Всем привет! Меня зовут Нефёдова Катя, мне 19 лет. Я хочу попробовать себя в роли жюри фестиваля «Волшебный фонарь». Я люблю кино, фильмы и, конечно же, мультфильмы. И, как мне кажется, немножко разбираюсь, как и зачем это снято. И как же здорово, что есть такой вид творчества. Я занимаюсь детской студией мультипликации «Ёжики» уже 7-й год. И сейчас помогаю ребятам на всех этапах создания мультфильма. Увлекаюсь фотографией и учусь в Чайковском музыкальном училище на отделении дизайна.